Ликвидировать возгорание и предотвратить обрушение здания. Такие задачи сегодня стояли перед специалистами пожарных частей, службы спасения Сочи, МЧС, Кубаньспаса, Росгвардии, правоохранительных органов и аварийных служб города. По легенде, на одном из этажей отеля взорвался газовый баллон. Пострадали несколько человек. К учениям также привлекли медиков и авиацию МЧС России. Всего в комплексных пожарно-тактических учениях было задействовано 35 единиц спецтехники и порядка 180 человек. Было предусмотрено спровернено комплексное реагирование на данную чрезвычайную ситуацию. Работали по схеме оповещения, эвакуации, реагирования. Все оперативные службы прибыли своевременно, отработали все учебные вопросы. Все шероховатости по их действиям, они отображены на данный момент. 2-3 дня делаем анализ. Распространяем по всем участникам и по руководителям, чтобы провести комплексное подведение итогов. На этом не остановимся. У нас на перспективу спланировано аналогичное мероприятие во всех внутригородских районах города. Сценарий учений спланирован по понятным причинам. После трагических событий, взрывов бытового газа в шахтах и Магнитогорске во многих городах страны начались тренировки по гражданской обороне, масштабные комплексные учения и проверки газового оборудования. В Сочи начаты проверки многоквартирных и частных домов. Для этого созданы специальные комиссии, в состав которых вошли специалисты органов прокуратуры, Госпошнадзора и администрации города. Кроме того, будут организованы учения с привлечением сотрудников всех газовых предприятий, представителей ТОСов, гаражных кооперативов и санаторных комплексов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.